Подготовительные работы к празднованию Нового года на площади Пушкина завершаются. Возле главной городской елки смонтированы две деревянные горки. Одна большая для массовых зимних забав, другая маленькая для еще совсем юных ивановцев. Пока доступ к горкам перекрыт. В ближайшие дни, если позволит погода, их зальют водой. И только тогда откроют для широкой публики. А пока спуск с такой горки может быть опасным. Также в будущем новогоднем городке продолжается установка павильонов шале. В них будет продаваться праздничная продукция вперед новогодних праздников. Площадь Пушкина в этом году преобразилась, и, возможно, даже с семьей я приду сюда в Новый год, в новогодние каникулы.